Коллеги, всем привет! Я вижу, что у вас пошла трансляция, значит, вы должны меня видеть, и также вы должны меня слышать. Сегодня мы с вами задержались на 2 минуты, чтобы все могли, то есть, подключиться, чтобы никто не опоздал, никто не потерял, не упустил никакой информации. Давайте с вами проверим связь, как меня видно, как меня слышно, да, то есть дайте, пожалуйста, обратную связь. Так, проверяем, как меня видно, как меня слышно. У вас есть небольшая задержка, 15-20 секунд. Поэтому нечего страшного. То есть я сначала говорю, потом вы меня только слышите. Все, всем добрый вечер. Классно, что меня видно, слышно. Давайте с вами тогда пойдем. Если у вас нет видео или нет звука, да, то есть либо меня плохо слышно, то просто тогда обновите, попробуйте страничку. Возможно, вам поможет. Итак, коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь. Кто сегодня первый раз на вебинаре? То есть много ли сегодня новеньких? Поставьте, пожалуйста, плюс. Много ли сегодня у нас новеньких? И смотрите, да, то есть давайте еще прям расскажу немножечко вкратце для новеньких, потому что в любом случае они у нас есть, да, то есть меня зовут Юлия Атаманова, если кто-то не знает, либо не запомнил. И еще в течение вебинара всего я буду немножко про себя рассказывать, чтобы у вас повысился коэффициент доверия ко мне, да, чтобы вы понимали, кто я, и почему я имею право здесь перед вами вещать. И также в течение вебинара я буду призывать вас к диалогу и хочу получать от вас обратную связь. То есть мне бы хотелось, чтобы мы с вами были на одной волне, да, то есть мне бы хотелось, чтобы вы меня видели, чтобы вы меня слышали. Не просто слушали и смотрели, а именно видели и именно слышали. И поэтому давали мне обратную связь. Итак, кто сегодня в первый раз, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что сегодня у нас есть, например, новенькие. Но повторения сегодня не будет, да, то есть вам в любом случае придется пересмотреть эфир, он пока еще доступен, первый эфир, да, то есть, ну, важно понимать. Итак. Мне бы хотелось немножечко перейти, то есть там, к домашнему заданию, да, то есть я вижу, что вы большие молодцы, я вижу, что вы выполняли домашнее задание, и хочу вам напомнить, что у нас с вами не просто марафон-тренинг, у нас прежде всего практика, и очень важно, чтобы вы выполняли домашнее задание, да, то есть, и я знаю на самом деле, кто выполнял домашнее задание, потому что я проверяла домашнее задание, и вот все, кто выполнил, вы молодцы, все, кто не выполнил, я не могу вас похвалить, я даже не могу проверить ваше домашнее задание, то есть вы на самом деле упустили очень много, что не выполнили домашнее задание, потому что вы даже не знаете, что можно купить на муниципальных торгах, какие интересные лоты, да, то есть, и поэтому... Чтобы вы понимали, не так давно я купила на муниципальных торгах участок в Крыму 6 соток за 7 тысяч рублей. Да, то есть, ну, это такая очень смешная сумма, причем 5 километров от моря. Вы тоже можете это сделать, но если вы даже не выполняете домашнее задание, да, то, соответственно, вы просто не узнаете о том, что такой участок, в принципе, был. Его можно там сдать как домашнее задание. Итак, давайте теперь перейдем к домашнему заданию и разберем для тех, кто сделал, выполнил домашнее задание. То есть я видела, давайте же с вами посмотрим, ну, то есть какие у нас интересные лоты бывают. Буквально немножко посвятим этому времени. Я видела, что многие сдавали домашнее задание, то есть как в личных сообщениях, так и в других, да, то есть, ну, в принципе, в других комментариях. И самое интересное, что я видела, что одни работали действительно с сайтом торги Go.ru, а другие, я не знаю, либо это меня просто решили проверить, либо еще что-то, а брали имущество с банкротства, да, то есть это совершенно другого сайта. Они отличаются по дизайну, да, то есть там абсолютно все другое. И поэтому, если вы пытаетесь меня как-то проверить, то в этом случае не получится, потому что я четко отличаю, что такое муниципальное имущество, что такое банкротное имущество, арестованное и непрофильные активы госкорпораций. Так, переходим к домашнему заданию. И посмотрим, то есть, кто у нас выполнил домашнее задание. Давайте прямо сейчас переходим к
домашнему заданию. Еще, коллеги, что бы мне вам хотелось сказать, да, то есть о чем напомнить, если вы выполняете домашнее задание, вы дополнительно зарабатываете плюс 10 лотиков. Эти 10 лотиков – это участие в секретном вебинарном дне. То есть сначала у нас была одна тема, потом я решила максимально кардинально все это поменять. Это будет максимально крутейший день, где вы можете прийти и получить знания, информацию бесплатно. Если у вас есть какие-то, например, внутренние переживания, вы можете... Там я закрою все эти ваши возражения, все эти ваши внутренние переживания. А если вы не выполняете домашнее задание, да, то в этом случае, естественно, вы туда не попадете. То есть и так и останетесь со своими страхами, ваша жизнь не поменяется. Поэтому выполняйте, не стесняйтесь. И вот первое, да, то есть вот Дмитрий Братушкин, если я как-то правильно, он мне скинул карточку Нисторги Гофру, это карточка с ЕФРСБ, это с банкротства, поэтому этот лот мы даже не разбираем. Итак, да, то есть смотрите, ну, на муниципальных торгах лот, который первый нам попался, и давайте посмотрим, что у нас здесь интересного. А, то есть это просто без объявления цены, да, то есть это то, что стоит 0 рублей, ну, посчитали, что это интересный лот. Мне бы хотелось увидеть прямо конкретно сам лот. То, что у нас там есть. Итак. Вот тоже у нас лот, да? То есть нам скинули. Что это за лот? Итак, это транспортное средство, автомобиль УАЗ. Начальная цена продажи примерно, ну, округлим, 100 тысяч рублей. Размер задатка 0 рублей. То есть абсолютно бесплатно мы можем поучаствовать и попробовать выиграть данный автомобиль. На рынке такой автомобиль стоит 150 тысяч, это прям минимум. Да? То есть на этом автомобиле можем его купить дешевле, продать дороже. То есть для этого нам не нужны прям большие вложения. Либо можем сразу взять его для знакомого и заработать свою комиссию. Там первые свои 10-20 тысяч рублей. Я считаю, что это достаточно интересный лот. Теперь, да, вот Дмитрий Сергеевич тоже подписан у нас в ВКонтакте. Давайте посмотрим его лот. Автомобиль марки Chevrolet Clan 2009 года. Да, то есть давайте посмотрим. Начальная цена имущества 149 тысяч. По рынку такой автомобиль стоит от 350 тысяч, это 100%. Что мы здесь понимаем? О том, что, в принципе, такой автомобиль мы можем купить, да, то есть... Как для перепродажи, так и сразу для инвестора взять здесь комиссию порядка 50 тысяч рублей. И давайте еще один лот на скидку возьмем, да, то есть тут интересный лот, абсолютно любой, и посмотрим, да, то есть смотрим, что у нас здесь есть. Chevrolet Niva, так, 2012 года выпуска. Смотрите, Chevrolet Niva 2012 года выпуска, это у нас уже новый кузов должен быть автомобиля. И начальная цена продажи имущества 189 тысяч. То есть по рынку она также стоит примерно от 350 тысяч. То есть здесь мы также можем как для себя купить дешевле, потом перепродать мы это можем, также взять для инвестора и заработать свои первые 50 тысяч рублей. Ну, я считаю, что это очень круто. И как показывает статистика, да, то есть, ну, именно наша статистика, то, что вы мне скидываете, в основном вы обращаете внимание на автомобили. То есть мне немножко непонятно, почему, ну, мы не обращаем внимание, например, на земельные участки. Почему мы не обращаем внимание на недвижимость, да, то есть там тоже есть очень интересные, очень классные сточные лоты, с которыми можно работать. Но автомобили тоже это классные лоты, и вы, это ваш выбор, и вы можете с ними работать. Так, идем с вами далее. Так, давайте с вами немножко познакомимся, я расскажу о себе, да, то есть я рассказывала вчера свою историю, да, то есть на первом нашем вебинаре я рассказывала свою историю о том, что я была в школе учителем, работала за зарплату 12 тысяч рублей, то есть по профессии у меня высшее образование, я учитель трудов для девочек, вот такая у меня профессия, правда, звучит она так, учитель технологий. Отработала я год за 12 тысяч рублей. Ну и, соответственно, я поняла, что с детьми я работать не хочу, что это абсолютно не моя зарплата. Ну и в дальнейшем я потихоньку развивалась. Как я развивалась, что я делала, это все я рассказывала. Если вам будет интересно, вы можете перейти и посмотреть. Сейчас вкратце вот тебе я расскажу, что меня зовут Юлия Таманова, и я эксперт в области выгодного приобретения государственного имущества с 4-летним опытом. Я обучила более 400 экспертов.
там все перенесу. Я обучила более 400 экспертов, наработала базу более 100 инвесторов по всей России, с которыми постоянно сотрудничаю, разработала свою собственную стратегию работы без стартового капитала на торгах, это пересдача государственной недвижимости в 2-3 раза дороже. И благодаря муниципальным торгам я приобрела квартиру в центре города Томск, о чем я еще не могла мечтать 2-3 года назад. И приобрела не в кредит, не в ипотеку, да, ну, соответственно, за наличные средства. Я считаю, что это очень круто. И так же может каждый из вас сделать. То есть все наши мечты реализуемы, вы можете купить все, что вам необходимо. Но для этого нужно с чего-то стартовать. Итак. Вчера самые активные, да, то есть самые внимательные, те, кто с нами был до конца вебинара, получили код за код, да, то есть который ввели и отправили в личные сообщения, за это получили у нас бонус. Бонус – это шпаргалка, пошаговое видео, как искать лоты именно в вашем регионе, да, то есть в регионе, в котором вы получаете. Находитесь. Кто еще не получил свои подарки за первый вебинар, пожалуйста, пересматривайте первый вебинар, смотрите, где там мы код вставили, и, пожалуйста, получайте свой подарок. То есть на текущий момент еще 24 часа не прошло, и он еще у нас доступен. Кто выполнил домашнее задание номер один, получил дополнительно плюс 10 лотиков. Кто не выполнил, выполняйте домашнее задание, да, то есть я их буду проверять. И самое главное, не забудьте, что вы не просто зарабатываете лотики, это участие в секретном вебинарном дне. Это крутейший день, который не оставит, в принципе, вас вопросов по муниципальным торгам. Итак, что у нас с вами будет сегодня? Ну, что мы сегодня с вами пройдем? Вы увидите, какое бывает имущество на муниципальных торгах. Узнаете, с какой выгоды для вас можно купить имущество на торгах. Поймете, кому нужны недвижимость, автомобили, спецтехника с муниципальных торгов. И нас ждет с вами прям практика, как работать с сайтом по муниципальным торгам. Плюс вас ждет домашнее задание, ответы на вопросы и бонус за трехзначный код. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Что нас ждет завтра? Да? То есть завтра будет тоже мощнейший, крутейший день. Завтра мы с вами узнаем, сколько и как мы можем заработать на муниципальных торгах. А также вы получите пошаговый план обучения профессии и первого заработка. Поэтому всем быть обязательно, да, то есть я перед вами вещаю вживую, я для этого нашла время. И, пожалуйста, вы тоже найдите время и находите желательно с нами вживую. Итак, коллеги, мы с вами знаем, что у нас любой бизнес имеет построение, да, то есть имеет этапы построения бизнеса. И в муниципальных торгах это тоже у нас есть. То есть у нас есть с вами 5 этапов построения бизнеса на муниципальном имуществе. Эти 5 этапов выделила лично я сама для себя. И по этим 5 этапам, да, то есть у меня есть расширенный курс, и мы более подробно все это разбираем. То есть смотрите, 5 этапов построения бизнеса. Что это за 5 этапов? Первый – это поиск лота, когда мы правильно ищем интересный лот, который интересен именно инвестору. Второе – это анализ лота, да, то есть с юридической стороны мы должны иметь правильно анализировать абсолютно любой лот. Третье – это выбор стратегии получения прибыли. То есть мы на 100% должны понимать, сколько и, да, то есть сколько и в какой момент мы заработаем за конкретный объект. Причем неважно, да, то есть сами мы там вкладываем свои деньги или нет, или привлекаем инвестора, да, то есть как я уже говорила в течение, в принципе, всего первого нашего вебинарного дня, о том, что я работаю по стратегии без вложений. Своих денег я не вкладываю. Четвертое – это участие в торгах. И пятое – это реализация стратегии получения прибыли. То есть в какой момент мы получаем эту всю прибыль. Да? То есть, еще раз. Муниципальный бизнес. Бизнес на муниципальном имуществе. Держится на 5 этапах. Вот прям запомните эти этапы, потому что мы на протяжении недели каждый раз будем к ним возвращаться. Так, идем с вами далее. Вчера мы с вами также узнали, что у нас есть две категории недвижимого имущества. То есть, что у нас есть недвижимое имущество и движимое имущество. И здесь я для себя выделила несколько категорий интересных, да, то есть, которые интересны конкретно вам, что вы можете купить для себя, и интересны инвесторам. То есть, это самое ликвидное имущество, которое есть, которое разлетается как горячие пирожки. Итак, это недвижимое имущество, это движимое имущество. И давайте все-таки разберемся немножечко с сайтом Tarkig.gov.ru и поймем, то есть как там искать это недвижимое, движимое имущество. Итак,
На сайте торги.gov.ru, как мы видим, у нас есть движимое и недвижимое имущество. Давайте прямо сейчас туда перейдем и посмотрим. То есть мы сейчас туда перейдем и посмотрим, где, что мы и как ищем. То есть как нам это посмотреть. Итак, коллеги, для тех, кто не знает, мы с вами находимся на сайте торги.gov.ru. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Что мы здесь с вами видим? Да, то есть у нас есть торги и, например, продажи государственного и муниципального имущества. То есть мы можем выбрать абсолютно любые торги, либо вид торгов. То есть нам не принципиально. Здесь у нас есть такое слово. Называется тип имущества. Тип имущества, да, то есть нажимаем по книжечке, и у нас автоматически все это всплывает. То есть торги Gov.ru видит у нас две категории. Это движимое имущество и это недвижимое имущество, да, то есть которое классифицируется еще. И смотрите, к движимому имуществу, несмотря на то, что по закону у нас это одно движимое имущество, да, то есть у торги Gov.ru, сайт торги Gov.ru, ну, немножко другой классификатор поиска. Здесь у нас есть алмазы специальных размеров, можете не идти, не смотреть, они еще ни разу не продавались. То есть только-только обновилось в 2021 году. Освобождаемое военное имущество, дебиторская задолженность, другое, иное имущество, оборудование и товары. Если, например, вас интересуют исключительно автомобили, да, то есть вы хотите работать только с автомобилями, вам необходимо выбирать вкладку «Движимое имущество» и, соответственно, отсеивать все это вручную, да, то есть что у нас относится именно к движимому имуществу, ну, в плане автомобилей. То есть все, и отсеиваете, прям смотрите, 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 да, то есть, да, это немножко долгий способ, но тем не менее, другого выбора у нас нет, это официальный источник информации. Теперь, что относится у нас с вами к недвижимому имуществу, да, то есть это акции, это доли в организации, это здание, это земли сельхозназначения, это иное. Помещения, да, то есть жилые, нежилые, самое интересное, помещения жилые, нежилые, да, то есть, а почему-то не выделен, например, дом, жилой, нежилой. Это предприятие, это сооружение и строение, да, то есть, ну, здесь проще, почему? Потому что на текущий момент мы можем просто выбрать, например, жилой, если мы хотим работать с квартирами, и, ну, нажать поиск, либо выбрать нежилой и также нажать поиск. Если нас интересует все недвижимое имущество, то ставим также галочку. При этом, при всем, это также не так давно обновилось. То есть в 2021 году было обновление и добавили вот этот раздел классификатор. То есть раньше его не было. Раньше, то есть отличить квартиру от любого там нежилого помещения, это было достаточно сложно и было трудозатратно. Это первый такой момент. Да, то, что я сегодня хотела сказать. Но мы еще вернемся, потому что, в принципе, я помню, что был такой вопрос, я не помню, был конкретно от кого, но был вопрос о том, как различить онлайн-торги от офлайн-торгов. Да, то есть и чуть позже мы с вами к этому вернемся, я вам прям покажу, то есть как это можно сделать. Здесь ничего такого страшного нет. Так, давайте посмотрим, что у нас продается на сайте торги.gov.ru, да, то есть я не буду сейчас там заново туда возвращаться, тратить время, потому что бывает, что он подвисает, но его же периодически обновляют, поэтому что мы просто делаем, да, то есть, ну, я уже подготовила для вас специально. Итак, в движимом имуществе, например, мы можем с вами встретить металлическую лодку, можем купить алюминиевую лодку, подарочные наборы изделий из кости, то есть, вот смотрите, 9 деревянных коробок можем купить, да, то есть, ну и так далее, очень много интересного имущества. Дальше, мы с вами можем купить древесину, можем купить стеклянные банки с крышкой. Ну понятно, автомобили там, это интересно, да, то есть причем я не видела, что мне, например, никто не скидывал животных, обычно там скидывают животных, еще бывает частично. Далее, что мы можем? По автомобилям можем купить, да, то есть очень много автомобилей, например, Opel, там не написано какого года, за 79 тысяч рублей, за 80. Mazda Familia за 8 тысяч рублей, там Mitsubishi за 5 тысяч рублей. Потом автомобиль BMW можем купить за 230 тысяч рублей. Да, то есть Toyota Celica можем купить за 53 тысячи рублей. Ну и так далее. В целом на муниципальных торгах просто миллионы имущества, с которыми мы можем работать. И вчера мы даже, говорила, сколько имущества у нас на текущий момент приема заявок, и показывала, сколько человек у нас на вебинаре. Что выкупить все имущество с торгов, это в принципе нереально. Итак, да, то есть, и давайте сейчас я вам еще покажу, например, ну, сколько можно заработать на примере автомобилей. Например, Volkswagen Touareg, да, то есть вчера я показывала этот же пример, но тем не менее, возможно, кто-то не знает. То есть,
Цена на торгах 116 тысяч. По рынку такой автомобиль стоит 750 тысяч. То есть фактически мы можем заработать 500 тысяч рублей, да, то есть вложив свои 116. Понимаем, сколько это у нас получается, какая сумма, что это не маленькая. Либо мы можем выкупить данный автомобиль сразу под инвестора и заработать комиссию там 50-100 тысяч рублей. Это совершенно адекватная комиссия. И для того, чтобы не повторяться, да, то есть давайте не будем брать Volkswagen Touareg, давайте возьмем, например, ну, Nissan Tiana. Второй лот, да, то есть это Nissan Tiana 2010 года выпуска, стоимость 353 тысячи рублей. Давайте обратимся к нашим любимым сайтам, это Автору и Дрому.ру. То есть на Автору Nissan Tiana 2010 года стоит по цене, самая дешевая, 715 тысяч рублей. И здесь написано, что это нормальная цена. Если мы с вами вернемся конкретно, да, то есть к цене на торгах, то мы видим, что это практически в половину ниже рынка. Да, то есть половину ниже рынка, и мы понимаем примерно, сколько можем заработать. Но мы не будем там только на один сайт обращать внимание, да, то есть мы всегда берем два или три, примерно смотрим рыночный, что мы видим? Что Nissan Tiana 2010 года на Автору стоит намного дешевле, чем на Дром.ру. И на Автору, то есть такой автомобиль, мы видим, что самая дешевая стоит 569 тысяч. То есть откуда, какой мы здесь можем сделать вывод о том, что в принципе мы можем минимально купить автомобиль дешевле на 200 тысяч рынка. То есть дешевле рынка на 200 тысяч, либо мы его можем приобрести сразу для инвестора, да, то есть кому нужен автомобиль свой, пожалуйста, идите, берите на торгах, да, то есть, скажем так, вы здесь ничего не, ну, не потеряете, рисков здесь никаких нет. Причем купить автомобиль на муниципальных торгах намного проще, чем, например, купить участников. Причем потому что участники могут чуть-чуть губы подкрасить, да, то есть сказать, что автомобиль не бит, не крашеный. А в данном случае в муниципальных торгах все это открыто, это будет просто у вас все в карточке. Зайдете его, посмотрите. Следующий автомобиль, с которым, ну, можно было бы, как мне кажется, интересно поработать, и это Toyota Camry 2005 года выпуска. Цена на торгах 286 тысяч рублей. Давайте перейдем к Автору и к Дром.ру. Что мы здесь видим? Toyota Camry 2005 года выпуска, да, то есть на торгах уже все. Конкретно, да, то есть на Автору, на Автодром.ру стоит 410 тысяч рублей. Ну, то есть такая цена очень нормальная, с учетом того, что по рынку, то есть на торгах все равно у нас стоит 286, то есть здесь 410, примерно там 100-130 тысяч, это то, что мы минимально можем заработать. И переходим к соответствующему другому сайту, то есть здесь уже цены у нас повыше. Но мы всегда ориентируемся на минимальную цену. То есть, если мы с вами купим данный автомобиль на торгах по цене 200-300 тысяч рублей, то есть мы минимально зарабатываем, выигрываем, либо экономим 100 тысяч рублей. Данный автомобиль мы можем приобрести как для инвестора, так и для себя, если нам, например, ну, необходим для личных своих пользований. И сейчас мне бы хотелось показать вам примеры моих учеников, да, то есть, ну, в принципе, наверное, мои примеры, то есть все интересно же, сколько я зарабатываю и что зарабатываю. И вот пример моей ученицы Ирины Толмачева, то есть она выиграла автомобиль Шкода за 376 тысяч рублей. Рыночная стоимость такого автомобиля составляет 400. Так, рыночная стоимость такого автомобиля порядка 550, примерно, тысяч рублей. Там 500-550 тысяч рублей. То есть на 200 тысяч дешевле рынка она выиграла автомобиль и взяла свою первую комиссию. Комиссия у нее была 50 тысяч рублей. То есть она выиграла автомобиль для инвестора. Я считаю, что это очень круто для первой сделки. То есть это, я считаю, что это прям неплохо. Так, по вопросам. Так, кто-то пишет, найдите меня, пожалуйста. Так, Алексей, как потом перепродать без договора купли-продажи? Почему без договора купли-продажи? У нас-то есть договор купли-продажи, мы же его покупаем. Так, Андрей, хороший вопрос. Здание, сдающееся в аренду, можно как-то выкупить собственность в дальнейшем? Да, конечно, можно. То есть по истечении 3 лет на основании 159 федерального закона. Мы, как арендаторы, имеем преимущественное право покупки объекта. То есть, если это имущество будет выставлено на торги, мы имеем право его купить. Причем, знаете, там такой очень интересный момент. Если у вас на текущий момент нет денег, да, то есть, то в этом случае государство может вам предложить рассрочку. Джонни пишет, вы что, плачете? Да, я сижу в эфире и громко очень рыдаю, потому что много интересных лотов уходит, и я, в принципе, с вами делюсь с ними.
Нет, я не плачу ни в коем случае. Так, Иван, занимаюсь арендой коммерческой недвижимости, Санкт-Петербург. Интересно, сдача в субаренду. Да, тут субаренда, здесь тоже очень много интересного. Я вижу, что кто-то перечисляет свои города, хотя этого не просила, но мне очень приятно, что вы запомнили. Так, Андрей, как оформлять и забирать авто, если на него нет документов и нет ключей от него? Ну, во-первых, не факт, что от него нет документов, и не факт, что от него нет ключей, да, то есть такие моменты. Ну, а если все-таки нет ни ключей, ни документов, то в этом случае автомобиль реализуется как годные остатки. То есть можно купить еще намного, прям намного дешевле рынка. И потом просто восстановить ключи и документы. Так, Ильдар, почему выставляют на торги такие низкие цены? Смотрите, вообще у нас все имущество выставляется на основании отчета оценщика, да, то есть, но смотрите, оценка у нас действует на протяжении полугода. И то есть оценщик учитывает все, состояние там, все, да, то есть полностью, там бежит что-то, не бежит, там еще вот эти вот все моменты. И получается, что оценка действует полгода, и за полгода, в принципе, у нас рынок меняется. Поэтому оно выставляется дешевле рынка. В принципе, никто выше рынка не будет выставлять, потому что организовывать торги – это расходы. Так, Андрей, документов в наличии нет, но по факту они есть. Авто стоит на учете в Российской Федерации. Ну, вы без проблем можете их восстановить, только это уже ваши будут трудозатраты. Так, Иван, возможно ли участие в онлайн-торгах в двух разных лотах одновременно? Конечно, возможно, никто не запрещает. А после 5 лет аренды участок можно выкупить собственность? Участок, да, по истечении 3 лет можно выкупить собственность. Только есть один нюанс. Вы должны там сделать либо объект незавершенного строительства, либо должны построить там дом. Иван, можно. А можно по цене с нулевой ценой что-то делать, как купить? По земельным участкам это отдельная тема. Завтра я раскрою этот секрет по земельным участкам. Сегодня не буду, пускай это будет останется загадкой, а завтра расскажу. Коллеги, буквально 2 вопроса. Пока вы пишете, я не буду, пока вы пишете, потом чуть позже к ним вернусь, и тогда на них отвечу, для того, чтобы нам с вами не тратить время. Итак, да, то есть какие еще у меня были интересные кейсы? Но я считаю, что они интересны лично для меня, то есть это мое имущество, которое я выкупала. И вы также можете это сделать. И в городе Томске у нас продавался дом 215 квадратных метров в центре города на переулке Строительном 16. Рыночная стоимость такого дома у нас составляла 9 миллионов рублей. То есть это конкретная рыночная стоимость. И цена входа на торгах была 1 миллион 350 тысяч рублей. Так как цена входа была максимально низкая, я точно знаю, что мой инвестор брал ее для перепродажи. То есть я взяла с него большую комиссию в процентном соотношении. То есть комиссия моя составила 400 тысяч рублей. Я считаю, что это абсолютно там классная комиссия с учетом того, что цена входа была вот такая по сравнению со стоимостью самого дома. И вы также можете это сделать. Вы можете искать такое же имущество и на этом зарабатывать. Вот также имущество, да, то есть посты подготовки к покраске, которые я выкупила. Выкупила их с официального автоцентра. Да, то есть, ну, которая уже не использовала это имущество, то есть я выкупила под покраску автомобилей. Специфический объект, но тем не менее, то есть за 5 дней я заработала 80 тысяч рублей. То есть я купила эти посты за 70 тысяч рублей, это были уже, да, мои вложения. Продала я их за 150 тысяч рублей, заработала 80 тысяч рублей буквально за 5 дней. То есть я нашла покупателя. Можно было еще подождать, заработать еще больше денег, но здесь вопрос стоял в том, что мне необходимо было все это разбирать, убирать и вывозить, да, то есть, соответственно, где-то это нужно было хранить, и поэтому мне проще было сделать цену дешевле и заработать свою комиссию. Вот автомобиль, например, я выкупала, да, то есть автомобиль ГАЗ 99 года выпуска, то есть я выкупала для своего инвестора. Выкупили мы его за 21 тысячу рублей. Это расходы по сделке инвестора были 200 тысяч, 200 тысяч рублей, говорю, 200 рублей, да, то есть потому что флайнерские были торги, я отправляла заявку на участие в торгах. И моя комиссия как брокера за то, что я выкупила ему это имущество, да, то есть составила 10 тысяч рублей. Я считаю, что это прям, ну так, неплохо. Так. Так, часто состояние авто плачевное в 90% случаев. В сравнении с рынком
Частников неуместно. Зачем вы это делаете, Александр? Я еще раз вам говорю, любое имущество, которое выставляется на торги, оно проходит у нас оценку в рамках 135-го федерального закона. Оценка у нас делается на основании любого имущества, которое выставляется на торги. И, да, то есть вы говорите, что состояние авто плачевно в 90%. Откуда у вас такая информация? То есть я работаю с автомобилями, да, то есть я знаю, как его покупать, я знаю, какой автомобиль плачевный, а какой в хорошем состоянии, да, то есть поэтому здесь вы не правы. Я не знаю, какой у вас был, конечно, добрый, ну, там, горький опыт, и откуда у вас такая информация, да, то есть, но я точно знаю, что можно купить и сколько на этом можно заработать. Так. Денис Устинов. Оплата задатка лота с одной карты или можно с разных карт одному человеку? Так, оплата задатка с одной карты. Смотрите, что касается разных карт. То есть, если мы перечисляем, например, деньги на счет организатора торгов, то можно абсолютно с разных карт, здесь нету проблем. Если мы перечисляем на счет электронной торговой площадки, то желательно, чтобы это было с вашей карты. Да, то есть, ну, потому что там некоторые просто площадки это не пропускают. Так, данные прежних хозяев можно получить? Нет, нет, нельзя, их никто не прописывает. То есть, если вы поедете самостоятельно в ГИБДД при покупке машины, то там вы можете их получить. А, Марина, я имела в виду получить бесплатно в собственность участок после 5 лет аренды. Бесплатно? Нет, бесплатно никто участки не раздает. То есть, если у вас есть аренда, если вы за нее платите какую-либо денежку, в любом случае у вас потом есть выкупная цена. Неважно, 5 у вас будет лет аренды, 10, 15 или 20 лет аренды. И в любом случае у вас есть выкупная цена. Так, Алексей пишет, в документах есть описание состояния авто. Ну так если там есть описание состояния, да, то есть мы даже на него просто время не тратим, мы берем и идем далее, да, то есть работаем с другим имуществом. Не обязательно заморачиваться на одном автомобиле. То есть мы можем, так сказать, и про недвижимость, да, то есть зачем мы сравниваем с рынком. Мы можем сказать, там, я не знаю, про любое имущество, зачем мы сравниваем с рынком. То есть для этого мы здесь, для этого мы анализируем и мы выберем только самое интересное имущество, да, то есть которое интересно нам, которое интересно нашим инвесторам, что мы можем это предложить, действительно классное имущество. Поэтому то, что там какой-то лот, я не знаю, там в каком-то плачевном состоянии, но такое тоже бывает, и на рынке мы то же самое можем видеть, да, то есть здесь ничего такого страшного нет. Итак, идем с вами, коллеги, далее, да, то есть давайте с вами разберемся, наверное, кому все-таки нужна недвижимость муниципальных торгов, да, то есть, ну, почему именно недвижимость? Недвижимость у нас автомобиль идет, и потом самое ходовое – это недвижимость. Итак, да, то есть недвижимость муниципальных торгов нам нужна. Первое – это для себя, то есть мы можем купить дешевле рынка, и второе – это для ваших клиентов. Что значит для себя, да, то есть каждый хочет купить, например, себе квартиру, себе, ну, там, земельный участок, построить там дачу, да, либо купить дачу. И вот в данном случае, да, то есть муниципальные торги нам в этом помогут. Что касается, да, там, коммерческой недвижимости, возможно, кому-то под бизнес это надо. И вот мы действительно можем все это сделать благодаря муниципальным торгам, да, то есть если даже вдруг там вы можете не найти какую-то квартиру сразу, которую там вам душу, да, то есть пригреет, и вы купите ее для себя, вы всегда можете заработать на муниципальных торгах, потом купить то, что вам понравится, да, то есть не обязательно делать торгов. Хотя не так давно, как я говорила, уже купила себе земельный участок в Крыму за 7 000 рублей в 5 километрах от моря. Я считаю, что это очень круто, да, то есть купить такой земельный участок. И каждый из вас так это может сделать. Итак, да, то есть еще раз, кому нужна недвижимость муниципальных торгов, это первое для себя, и второе это для ваших клиентов. Ну, то есть, соответственно, это должны быть какие-то максимально интересные лоты, за которые готовы платить ваши инвесторы, то есть ваши клиенты. Теперь, кому нужны автомобили с муниципальных торгов, да, то есть, ну, во-первых, для личного пользования, это понятно, 100% практически всем нужны автомобили. Причем кто-то ищет себе эконом-класса, кто-то ищет себе премиум-класса, экономит любит всем. Поэтому здесь мы можем себе выбрать и купить абсолютно любой автомобиль. Дальше, да, то есть, грузовые автомобили. Мы можем, например, для сдачи в аренду, да и в принципе на легковых автомобилях мы можем сделать аренду, да, то есть какой-то бизнес, например, по 1000 рублей сдавать их в аренду, да, то сейчас это уже цена будет больше, да, то есть, ну, такие моменты. И грузовые автомобили, и легковые автомобили также нужны для работы, кто-то для такси ищет, да, то есть себе, ну, будет работать такси, совмещать.
Кто-то, например, будет работать на грузовом автомобиле, спецтехника то же самое, да, то есть спецтехнику что мы можем? Для перепродажи спецтехнику. На самом деле на рынке очень мало хорошей спецтехники, да, то есть спрос на нее просто огромный. Если вдруг вы нашли интересный лот в муниципальных торгах, да, то есть вы там 99%, что вы найдете себе клиента, который купит у вас эту спецтехнику и заплатит для вас комиссию, даже если она, кстати, будет в убитом состоянии, да, то есть в любом случае рынок по спецтехнике очень ограничен. Ну и, соответственно, на перепродажу, да, то есть для себя нужно, ну, для работы спецтехника. И теперь, коллеги, да, то есть чуть-чуть возвращаемся к вам. А так, цена выкупа после аренды рассчитывается по кадастру или формируется цена объекта по кадастровой стоимости от 1,5 до 50% в зависимости от региона. А Виталий, я вам тоже присылал неплохие лоты, которые можно взять дешевле, продать дороже. Да их на самом деле их миллионы. Вы можете брать и работать, просто нужно уметь выбирать их правильно. А так, при осмотре лота могут быть выявлены недостатки, которые ранее не выявлены. И цену понизить на месте можно? Нет, цену понизить на месте нельзя. То есть это у нас, ну, то есть не рынок. Есть начальная цена, если вдруг что-то оценщик не предусмотрел, но как бы здесь уже все. То есть либо берете, либо не берете. Где искать клиентов? То есть где искать клиентов, я рассказываю на своем расширенном курсе. Да, то есть здесь уже, потому что это огромная тема. Это куча знаний, это куча времени, где на самом-то деле можно искать клиентов. И, коллеги, да, то есть такой самый важный момент, да, то есть чтобы понимать абсолютно все нюансы муниципальных торгов, потому что сейчас у вас реально очень много вопросов, да, то есть, как вы видите, вы меня самостоятельно заваливаете, да, то есть с учетом того, что вы еще просто не участвуете. Да, то есть именно в тему муниципальных торгов следует погружаться системно, следуя на 5 шагах обучения, да, то есть на 5 этапах, которые я вам показывала на протяжении уже нескольких дней. Тогда вы будете корректно воспринимать всю эту информацию, придете к результату быстрее. Чтобы вы понимали, для того, чтобы мне перед вами здесь вещать, то есть мне для этого понадобилось 4 года. Да, то есть 4 года, которые я потратила на муниципальные торги, потому что ни одного нормального эксперта по муниципальным торгам я не могла найти. Да, то есть, ну, здесь это важно понимать, что вы можете прийти к результату за 2-3 месяца, а можете спокойно, ну, то есть, если у вас есть время, можете так же, как я, потратить там, 2-3 года, 4 года и разобраться с муниципальными торгами. И, ну, мне бы сразу вам хотелось сказать, да, что у меня есть авторская моя методика, ну, благодаря которой вы не просто получите знания теоретические, а еще и практически вы получите все необходимые навыки, которые сэкономят ваше время. То есть как минимум 2-3 года вы себе спокойно сэкономите. Да? То есть, если вы будете знать правила игры, кто владеет информацией, тот владеет миром. Мы это знаем. И хотелось бы мне еще показать пример моего ученика, да, то есть который, ну, выкупил имущество. Сейчас вы поймете, в принципе, что он выкупил и для чего. То есть это Николай Верясов, мой ученик. Он приобрел для себя автобус 2007 года выпуска. Причем это был старый школьный автобус. Да, то есть он реально был старый. Для чего он его купил? То есть он его купил под бытовку, да, то есть он его, ну, для себя хочет сделать там летнюю бытовку. И самый такой интересный плюс, да, то есть этого автобуса в чем? Не в том, что он его купил там практически по рынку, да, то есть, а в том, что у этого автобуса очень красивые номера. То есть я не поленилась, я зашла, нашла этот лот, да, то есть нашла своего ученика, который купил, и номера были, да, то есть 004, то есть это был 004, 24 регион. И, соответственно, что мы можем понимать, что 004, такой номер стоит примерно 70 тысяч рублей. То есть помимо того, что он купил автобус, это дешевле рынка, да, то есть он еще эти номера может перепродать, на этом заработать, да, то есть, ну, и автобус еще потом может сдать на металлолом, и, в принципе, выйти уже там в огромный плюс, это намного дороже, что по рынку. И еще огромный плюс муниципальных торгов в том, что здесь куча просто автомобилей, они могут быть в хлам, в убитом состоянии, да, но у них номера, которые стоят там по 2-3 миллиона рублей, не говорю про там про 100 тысяч рублей, а прям реально крутые номера, да, то есть которые вы можете приобрести себе на рынке, такие номера будут стоить еще дороже на самом-то деле. Теперь еще пример моей ученицы, да, то есть Мария Гагушина, очень классная моя ученица, безумно ее люблю,
Мария просто ворвалась в мир муниципальных торгов. Она работает вообще с автомобилями только. Она работает только с автомобилями, да, то есть она работает по всей России сама, она не ездит на осмотры, сама она ничего не делает. Первые автомобили она выкупила для своих родственников, да, то есть первый автомобиль выкупила для брата. Потом она уже позвонила перекупам, да, то есть созвонилась с автосервисами, с авторазборами. И по всей России вот она нашла машину, посмотрела ее в состоянии, видит классно, все, она там звонит, говорит, а может вам надо, да, то есть вот такая будет моя комиссия. И она работает только с автомобилями, то есть у нее быстрые сделки, потому что ничего не надо нигде оформлять. Так, у кого-то что-то с видео, если что-то с видео, попробуйте обновить. Если у вас что-то с видео, попробуйте обновить. Коллеги, чуть не забыла рассказать, да, то есть вот, прям вот буквально еще чуть-чуть, помаленьку мы с вами подходим, у нас уже наш вебинар к концу, да. Вчера... Именно вчера, после нашего первого вебинара, было куча просто вопросов в группу, мне в личные сообщения. Кто-то пытался узнать мой номер телефона для того, чтобы поговорить со мной, да, то есть в чем был смысл практически всех сообщений. Что многие заинтересовали какие-либо лоты, да, то есть они хотят их приобрести, но на текущий момент просто не знают, как это сделать. И спрашивали о том, сколько стоит мой расширенный курс, чтобы пройти, да, то есть получить полностью... Знания все необходимые для того, чтобы в дальнейшем продвигаться. Сегодня я не готова, то есть я не знаю, что вам рассказать, да, то есть завтра я подготовлюсь, и завтра я вам расскажу. То есть сегодня нет. И, кстати, да, то есть кому я не ответила в личные сообщения, то есть, ну, не обижайтесь на меня, потому что у меня действительно очень много сообщений, и я чисто физически не успеваю на них отвечать. Поэтому всем, кому не ответила, обязательно зайду, отвечу. Не переживайте. Итак, по вопросам, да, то есть, пока вы мне пишете вопросы, мы с вами идем далее. Ваше второе домашнее задание, то есть, те, кто не выполнил первое домашнее задание, выполняйте плюс дополнительно второе. То есть, ваше второе домашнее задание, что вас ждет? Вам необходимо будет зайти на агрегатор торги GoFru, да, то есть, бонус, что это за сайт, какой, как им пользовался вчера был. Вам необходимо будет найти три интересных лота. Интересных лота конкретно для вас, да, то есть, и сделать анализ каждого лота. Ну, например, корова Диана, да, то есть, там, сколько вы можете заработать на этой корове Диана, да, то есть, например, сколько будет, если сдать ее на мясо, сколько будет, если посчитать по молоку, да, и сколько будет для перепродажи стоить данной коровы. И вот вам необходимо будет провести анализ. Ссылки также скинуть, ну, в комментариях, как вы это делали. То есть пост будет опубликован в группе. И мне бы хотелось, чтобы вы мне написали, да, то есть какой может быть ваш потенциальный заработок при покупке данных лотов для инвесторов. Ну, то есть чтобы было конкретно, если бы вы сами вложили, и какой ваш заработок будет составлять, если вы для инвестора можете это имущество бы купить. Для тех, кто с нами сегодня присутствовал на торгах, для тех, кто с нами сегодня присутствовал в эфире, у меня действует дополнительный бонус, да, то есть бонус – это таблица ликвидных лотов, а также видео, как пользоваться данной таблицей, да, то есть вам нужно понимать, как работать именно с ликвидными лотами. И код 3-2 вам необходимо написать по традиции в нашу группу «Реальный бизнес» на муниципальных торгах. То есть заходите в группу, видите мое изображение, мое лицо, написано «Реальный бизнес на муниципальных торгах», нажимаете «Написать сообщение», туда вводите код 3-2, и вам автоматически приходит бонус. То есть видим, какой у нас код. Да, тут здесь написано 101, на самом деле код 3-2. Пишем его, и вам придет автоматически бонус. Также у нас с мобильной версией, да, то есть, может быть, пишем сообщение. Заходим с мобильной версии, видим мое лицо и пишем сообщение. Пишем код, автоматически вам приходит. После отправки кода, еще раз напомню, что вам автоматически придет бонус. Завтра быть всем обязательным. А знаете почему? Почему всем быть обязательным? Потому что завтра я вам расскажу о том, что значит лоты за 0 рублей по земельным участкам. То есть реально их купить или нет. Также завтра мы с вами узнаем, сколько и как можно заработать на муниципальных торгах. А также вы получите пошаговый план в обучении профессии и первого заработка. Круто? Я считаю, что круто. Итак,
Жду ваших вопросов. Код мы пишем не сюда, код мы пишем в группу «Реальный бизнес на муниципальных торгах». Так, Сергей, как стать допущенным участником на сайте? Смотрите, на самом-то деле, несмотря на то, что мы с вами зашли на сайт Торги.ру, и мы с вами можем найти просто миллионы, кучу интересных лотов, да, то есть участие в каждой секции, оно разное. То есть в аренде это одно участие, в приватизации, в продаже государственного имущества это другое. В земельных участках это третий участок, да, то есть, и ответить вот так сходу, то есть, как стать допущенным участником, я не могу, потому что, да, то есть, ну, мне нужно как минимум на текущий момент посмотреть лот и понять, про что вы просто говорите. Так, а Марина, если перепродать, например, авто, то нужно будет платить налог, значит, выкупать лучше сразу на заказчика. Да, то есть здесь вот такой момент. Если вы это учли, то вы на самом деле большая молодец. Почему? Потому что многие просто начинают забывать про налоги. Многие, наверное, даже себя побольше сделают, чтобы вы меня видели. Да, то есть смотрите, многие просто начинают забывать про налоги. Начинают забывать про налоги и как бы, ну а зачем это нужно? Вот я сейчас выкуплю, и я столько заработаю. И вот в такой момент очень, да, то есть с автомобилями, ладно, то есть там еще... Про налоги, там можно снизить налог, да, то есть мы все знаем как. Что касается недвижимости, мы там нифига никак не снимем налог. Недвижимость необходимо регистрировать в Росреестре. И чтобы было более-менее вам понятно, да, то есть бывает, например, у недвижимости высокая кадастровая стоимость. Налог в большинстве случаев рассчитывается по кадастровой стоимости. И нам, например, в реальности проще сразу купить на инвестора, да, то есть не париться, заработать свою комиссию 100-200 тысяч рублей, чем, например, купить это имущество, вложить 1-2 миллиона и потом еще заработать с этого там 50 тысяч рублей. Да, то есть вот это максимально все нужно просчитывать. Марина молодец. Так, Алексей, а где делается ЭЦП? Электронно-цифровая подпись у нас делается в удостоверяющем центре. То есть прямо в интернете набираете электронно-цифровая подпись в удостоверяющий центр. Так, напоминалка для Юлии, да, то есть Ковальчук Николай обучается вас или он лентяй? Я не забыла про вас, я посмотрела и думала, зададите вы мне этот вопрос или нет. Да, то есть почему я не помню данного ученика? Я не помню данного ученика, потому что этот ученик не сдал ни одного домашнего задания. Ни одного домашнего задания, и я в принципе не видела его ни на одном своем онлайн-уроке. Поэтому отсюда я могу сделать вывод, либо это очень занятой человек, либо действительно лентяй. Так, коллеги, смотрите, да, то есть тут такой момент, мне написали, что ссылка таблицы ликвидных лотов, да, то есть не открывается. То есть написали, что таблица ликвидных лотов не открывается, да, то есть, ну, такое возможно, это технический сбой. Данную табличку я вам перекину после веба, то есть мы закончим, я вам ее перекину, поэтому не переживайте, все, кто напишет бонус, вы его получите обязательно. Так, Виталий, нужно детально разобрать, как участвовать в торгах, какие документы и как заполнять извещение. Да, вот и в этом есть нюансы, что здесь реально нужно разобраться. И помимо того, что нам в принципе просто нужно разобраться, нам нужно научиться работать с видом торгов. А у нас, смотрите, у нас в муниципальных торгах есть несколько видов торгов, да, то есть это аукцион, публичное предложение, торги без объявления цены, специализированный аукцион, у нас есть конкурс, у нас есть прямая продажа, да, то есть... И абсолютно везде разные участия, абсолютно везде закон. Таблица не открывает, да, Николай Николаевич, таблица не открывает. Только что сказала, что небольшой произошел технический сбой, таблица не открывает, и все это исправлю после веба. Все вам отправлю, не переживайте. Итак, Иван, как долго происходит полное приобретение имущества, например, автомобиля, с момента победы в торгах? А то есть минимально 10 дней. То есть минимально 10 дней с момента, как мы выиграли, да, то есть до заключения договора и до оплаты. Вот в этот момент вы можете, пожалуйста, собирать. Я сразу говорю, что я, в принципе, люблю работать по схеме, да, то есть без вложений. Почему? Потому что мне пришел протокол, что мы стали победителем. Я заключила договор купли-продажи, отдала его инвестору, и он мне выплатил комиссию. То есть мне не надо ждать, когда же там мне придется забрать машину.
когда же там, например, зарегистрировать недвижимость. То есть мое это вообще без вложений. Вот это мое. Я не знаю, как вы, да, то есть какое у вас там, ну, у себя вы сложили свое понимание. Но я люблю ничего не вкладывать и получать за эту денежку комиссию. Да. Ну, мне так классно. А так. Как подать заявку конкурсному? У нас нет банка, у нас здесь не банкротство, у нас здесь нету конкурсного управляющего, у нас здесь есть организатор торгов. В зависимости от того, какой вы лот взяли, то есть вот в этом случае мы просто смотрим. То есть там есть разные нюансы участия. Так я вам сказать не могу. Так, Дмитрий, он в февральских вебинарах участвовал. Я нашла его, я видела этого человека, да, то есть. Так, Басир, надеюсь, залог возвращают, если не выиграл аукцион. Очень крутой такой вопрос, да, то есть по поводу залога, что возвращают или нет. Конечно же, залог возвращают. Если вы не выиграли торги, то вам возвращают полностью весь ваш задаток. Алексей, участники только ИП, физика никак, верно, почему у нас любой, абсолютно любой человек, да, то есть физическое лицо, индивидуальный предприниматель, организация может участвовать в торгах. Я работаю как физическое лицо, то есть у меня электронная подпись, вот она на физическое лицо открыта, не на ИП, несмотря на то, что у меня есть ИП, зачем оно мне это надо, вот, как физик я участвую, то есть я готовлю минимальный пакет документов, вообще не заморачиваюсь, не парюсь и подаю заявки на участие в торгах. А вот комиссию я могу принимать просто уже как ИПшник. Так. Можно заново посмотреть этот эфир? Конечно, можно. Он будет выложен и доступен вам 24 часа. Коллеги, я вижу, что у вас вопросы закончились, да, то есть мне было сегодня с вами приятно находиться в эфире, то есть сегодня было очень много информации, как мне кажется, очень полезной информации, как вы получили. Вы сегодня максимально активны, максимально добры, да, то есть я вижу, что у вас куча вопросов, и мне это очень приятно, что вы прям меня слышите, что вы меня слушаете. Я могу вот так вот поздним вечером, в данном случае я нахожусь в Томске, у меня плюс 4 часа по московскому времени, тоже практически 12 часов, в таком бодром состоянии еще перед вами вещать, и эту энергию я получаю исключительно от вас, потому что вы интересуетесь, да, то есть то, что я вам говорю, я вижу, что вам это интересно, и от этого мне на душе еще более приятно, мне приятно перед вами вещать. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся мы теперь завтра. Да, то есть 19:00 по московскому времени. У нас будет куча еще интересной информации, поэтому всем будьте обязательны. Завтра я вам расскажу, что такое земельные участки за 0 рублей. Можно их купить в реальности или нет. Да, то есть завтра будет тоже куча интересной информации. Так, отвечаю на последние пару вопросиков. Я вижу, что вы там, как только я начала с вами прощаться, вы начали активно писать, да, то есть, и сразу хочу сказать, если вдруг на какой-то вопрос я не ответила, то есть, ну, не переживайте, не пугайтесь, просто напишите их в группе, и все, я на них отвечу. Ну, либо завтра, в начале вебинара вы их можете написать, и как бы все будет очень круто. А, так, Марина, если участвуем в аукционе от имени инвестора, с ним заключаем договор? Что значит с ним заключаем договор? То есть мы заключаем договор с инвестором о том, что мы помогаем ему приобрести имущество с торгов. Он для нас делает нотариальную доверенность универсальную, да, то есть все имущество мы выкупаем для него, то есть мы выступаем уже, ну, в роли посредников. Ну все, коллеги, вижу, что у вас действительно уже закончились вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся с вами завтра в 19:00 по московскому времени. Всем пока-пока.